Мы будем тренировать наши сердца и тела для достижения твердого, непоколебимого духа. В 1999 году он второй раз вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, совершив тамишивари в затяжном прыжке. А свое первое достижение установил 4 годами ранее, разбив пальцами 2-дюймовые доски. Но все эти фантастические проделки — лишь яркая обертка истинного мастерства. Вопрос от сети, от подписчика, анонимного подписчика. Что делать, как понять, принять, осознать, верить ли? И как быть, когда близкий человек, научивший тебя улыбаться заново, со слов других людей, говорит, что твое карате никому не нужно? Самое важное в этом моменте – это снисхождение. Возможно, этот человек попал в беду или случилась иная проблема с ним. И именно в этот момент ему задали этот вопрос, и он ответил неадекватно. А вообще, если ты любишь этого человека, веришь в него, то не стоит даже обижаться на эти слова. Просто нужно принять то, что есть, и понять, что, возможно, это было сказано не со зла, а по какой-то причине. От себя. Я, конечно, не верю в это. Мой близкий человек не свят, но, безусловно, достоин. И не мог такое сказать. Но, полагаю, с такими словами многие сталкивались с своей жизнью. Да, многие сталкивались с жизнью с подобными словами, и ты должен быть готов к тому, что все равно это будет. Важно, как ты это воспримешь. Но если такая ситуация произошла, и ты действительно веришь своему близкому человеку, ты просто сядь и поговори с ним. И тогда все встанет на свои места, и этот вопрос сам по себе отпадет. На протяжении всей нашей жизни мы будем стремиться реализовать истинное предназначение пути Кёкусин.